погнал. О, Витяя клюнула. Витяйкин стащит. Всем привет! Вы на рыбалке с Демидой. Сегодня вот на такой вот красотке вышли на реку Вента половить окушка. Он Витек тащит. Загибает. Там у нас Андрюха ловит, впереди стоит. Сейчас посмотрим. О, какой кушара. О, это... сачок? Нет. О, какой. Красавчик. Ну, на, забрызгался. Ну, грамм 500 есть. А-а-а. Красава. С почином. Спасибо, бро. Ловим дальше. Ай-яй-яй-яй-яй. Тут у меня тоже несколько ударов там было. А, ну и вот, окушок, окушок, потом что-то хрень какой-то, волку нет, судака тоже не похож. Вот лодку встал и стоит, я тут начинаю поднимать его, он вниз, да. Короче, линя подцепил за это, за хребет. Витёк байки травит. Радуга через всю Венту у нас вон. Рыбаки уже с это с якоря сорвали. Что ты там тащишь так? Лосось на жизнь не попадал. Форель у меня была. Форель, да? Да. Вот тут еще будет проливной, блин. О! Это уже хороший, да. Давайте вам на фоне радуги, которую уже почти не видно. О, как загибает, ай, загибает. О-хо-хо-хо, бьет как. С одной стаи, видимо, окуня. Иди сюда. Опа, в домике. Эта рыбалка у нас не в Англии, где поймал, отпустил. Тут мы рыбку забираем, коптим, сушим ее. Дело вкусное, поэтому надо пользоваться. Оп, все, окушок у нас в домике. Продолжаем дальше ловить. Сейчас поправим резинку. Сейчас осталось Андрюхе взять окушка, и будет у всех по окуню. А что ты ловишь, покажи. Фирменная рыбка. Аворона. Аворона. Цвет арбуз. Цвет настроения синий. Сейчас мода уже черная. Цвет настроения черный. Что это такое было? Не знаю. Вот это какой? Сколько граммов ты кидаешь? 58. 8? Да. Ну да. Шнур тонкий? Шнур также тонкий. Да. Да. 0,8 как бы. Ну, ну максимум на окуня вот 0,8. На 0,6 еще не перешел, выказ, это совсем было высоко. Тебе надо вот 8 грамм и с тестом 1,8 или 1,9, чтобы загибал в дугу его. Ну, вот я не люблю когда так, блин. А поклевки зато какие, бам. Ну да, тоже верно. А, отвалился. А-а-а. Сейчас мы уже догонит ее обратно. Не. О, есть. Сдалека взял на выбросе почти получается. Он как загибает.
на меня пошел. Сачок. Багор. Ух, народ, да? Так, так, не сади у нас. Иди сюда. Спасибо. Пошел? Да, расслабил, блин. Ну ничего. Такое тоже на рыбалке бывает. На рыбе тоже надо молочан. Андрюха тащит и молчит. Задевает. Есть. Пошла жара. А-а, дождь пошел. Хорош, Андрюх. Витёк тащит у нас. О, есть. Багор, сачок? Не, профессионалы не пользуются. О, хороший. Стайка хорошая. Пошел в домик. Жара. Вот смотри, как он перец сует. Бас. Шикарно. От души. Дуплет. Витёк взял. О, хороший какой. Морские. Есть. Беленькие такие. Дай-ка, Сергей. Засними его на аквариум. А потом еще застенем, когда он будет полный. Так их бы на мормышку попускать. О, и тяп тащит. О, и у меня есть. Дабл. Трипл. Он у тебя из берега берет, он какой красавец. Ага. А у меня он с той стороны. О, как задавил, задавил. О, вышел, вышел. Иди сюда. О, какой красавец. Ну все, ну, все, да, все. Есть. О. Не, редко. Приятный окушок. Отпустим его. В домик. Он уже стоят. Маленьких, которые будут, потом отпустим. Они в этом айрате рыжевые плавают. Так что в конце рыбалки естественный отбор сделаем и отпустим их. Только выключу камеру и сразу есть. Ну, есть они. Ну, хорошенькие. И выгибают. Это мы так с Витей тоже в том году попали на окушка, но там меньше у нас клевал. Там мелкий был, да, это хороший. Видео сейчас то выскочит в правом углу. Как называется, окуневое Эльдорадо. Ну там тоже мы нормально оторвались на венте. 30 здесь стоим, да? Сколько уже? 10? Ну где-то плюс-минус, да, где-то так. Окушок клюет, хорошо. Прям топень с моря зашел. Он будет до самого льда клевать у нас. Не достало. Ты сейчас поумничал? Скоро в один. С тобой говорю. Да, как говорится, не важно какая погода, главное хорошая компания. Поэтому не страшен нам дождик, ловим рыбу. Есть! Есть!
что-то задам. Ну, где он? О, вышел. О, загибает. Опа! Смотри как зажрал, загласил. Как. 2,5 дюйма резина. Да. Пасть. И хочу вам показать, вот такую прислали снасть мне, свинец под спиннинг от компании Днепр Свинец. И вот сейчас я его поставлю. Это свинцовые чебурашки разных форм. Есть вот такие непроходимцы для закоряжных мест. Есть такие под отводной поводок. Ленивец. Или не под отводной. Кто-то как ловит. Есть вот такой разной формы чебурашки. Цветовая гамма тоже у этой компании Днепр Свинец очень большая. Формы тоже разные, всякие интересные. Сейчас я поставлю вот такой вот розовый цвет, 8 грамм. И посмотрим, влияет ли это на клёв рыбы или нет. Потому что Виктор у нас ловит с Андрюхой на вольфрамовые мормышки, ой, вольфрамовые головки, чебурашки. А я поставлю свинцовые. Сами понимаете, разница в том, что стучит по дну лучше, конечно, вольфрам, но у Днепра формы такие необычные, не как чебурашка. О, на фоне Витек тащит. И цена, конечно, соответственно, вольфрам и свинец. Тем более у Днепра цены очень довольно гуманные. Так что сейчас поставлю эту, и мы сравним, есть ли разница или нету. Что будет, увидим дальше. А, ну сейчас Витек вытащит. Смотрим, что он там вытащит у нас. Что там, Витек? Я думаю, окунь. Лещ? Ага, окушок, вот какой. Витек ловит у нас на вольфрамку. Я думаю, он тоже скоро поставит себе Днепр Свинец. Тоже он получит от меня пару пачек свинца этого. Хороший свинец. Будем пробовать. Так что смотрим. О, сори, камеру утираю. Витек поставил у нас 8 грамм проходимец. Первый заброс и сразу поклевка хорошая. Да, вот вытаскивает, тащит сейчас окушка. Как давит, давит. Сейчас даже покажем, что головочка стоит проходимец. Оп. Красава. Вот, видите? 8 граммиков. Сейчас будем пробовать дальше. Не, не, ничего нет. Как нету? Сошел. Андрюха там втихаря ловит, ловит и молчит, блин. Тут на видео надо орать. Загиб! Загиб! Ну ничего, сейчас вон дождик у нас заканчивается. Там вот чистое небо у нас опять впереди будет. Подмокли немножко, но это не проблема. Сейчас пойдет раздача окуня, согреемся. Я, блин, не знаю, тут камера, наверное, забрызгивает. Вот так вот. Ну, извините. Дождь выключить нельзя. Тебя с берега, да, с того взяла? Да. Сейчас мы туда закинем, проверим. Ветра сегодня нету, блин, шикарная погода. Да, погода офигенная. Ой, погодка действительно, подышать воздухом, блин. После этой рабочей недели, блин. После ночной смены. Куда-то окунь, походу, сместился, не? Может же быть такое? Э,
Да. Можно даже на 10 метров спуститься, не или. Он боится тоже, вот мы выбиваем несколько, ну, да. Хотя шугаться начинают, понимают, что что-то тут не то уходит. Ох, как... А, сошел. Ну вот. На проходимце. Ага. Есть. О, догнал. Повторил. Сначала сошел окушок. Это другой, это покрупнее, этот помельче был. А, красава. Ну, проходимец работает. Да, видите? Свинец, вольфрам, вернее, вольфрам или свинец, разницы нету. Главное, подача. Правильно. Ну, вон опять Андрюха молчит и ловит. А видишь, в той стороне, откуда мы приходим? Ага. Против солнца, правда. А! Ничего, потом еще поклюнет. Опять Андрюха тащит и тащит. Да. Мы отдыхаем. Против солнца. О, вышел какой. Ага. Хороший кусок. Оп, все, в домике. Какой красавец. Он как жадный берет. Резина 3 дюйма. Полностью шахту заглатывает. О, какой красавец. Неплохо, неплохо. Да, его именно там берет. Ага, откуда ушли, да? Можем чуть-чуть. На выбросе, да, он получается? Да. Кидает.